это чисто для тебя, но это пойдет везде нахуй. Желтый Бентли проплывает мимо небоскреба. Дубайский ветерок мне щекочет ухо. Сука под рулем качает головой. На полную играет наш цветочек с гуфа. И вот уже в Израиле с Лешей Долматовым покурили, обсудили клип за обедом. Романов подготовил технику с командой, но за 2 часа до съемок. Алло, я не приеду, что-то я не хочу, юристы говорят опасно. Ну и кого администрация взяла за яйца? Хуй знает, по-моему хороший трек записали. Скажи, почему не выпускаю? Продадим как NFT, так мы схумим больше. А если б синглом пополам, то это было б можно. А чё юристы, с этим они согласны? Когда лавехи дохуя уже не так опасны. Я предложил тебе забрать 70%. По мне так неплохая пенсия для деда. Тебе считай, котлета упала с неба. Хули ты меня морозишь, айс бэйби? Ты ведь с самого детства был моим кумиром. Я как огромная пузо, ведь я на гуфе вырос. Начал делать рэп, ведь хотел быть как он. И тоже стал продажным мудаком. Вряд ли тебе лишние несколько нулей. Надо кормить большую жопу и двоих детей. Ты же реально там становишься все тяжелей. Такое на себе не вытянуть, даже муравей. Айшка, пей таблетки, дед. Кто тебя так напугал в этот день? Мы курили одну дудку и нюхали один кокейн. Теперь ты тоже иногент. Ты просил не называть тебя старым? Ладно. Но почему тогда отправил свой куплет в WhatsApp? Я сидел потом, равнял его часа 3, чтобы ты